26.02.2019 года в городе Кривом Роге Днепропетровской области возле торгового центра Виктори Плаза в ходе реализации оперативной информации сотрудниками управления уголовного розыска была задержана группа лиц непосредственно при совершении незаконного завладения автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 года выпуска. Ведомости о данном факте были внесены в единый реестр судовых расследований. Поведомлено в этот же день про подозру. И 28.02 данным лицам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и избран залог в размере 960 500 гривен. Данные лица жители Днепропетровской области 92-86 года рождения, совершали незаконное завладение автомобилями престижных марок на территории Днепропетровской области с использованием код-грабера ретранслятора, ретранслируя, удлиняя сигнал ключа, таким образом проникали в автомобиль, после чего перегоняли их в места отстоя, возвращали потерпевшим за денежное вознаграждение, либо продавали в другие регионы Украины. В настоящий момент проводится комплекс следственных оперативных мероприятий с целью документирования и подтверждения причастности данных лиц к совершению порядка 10 незаконных завладений транспортными средствами на территории Днепропетровской области. По данным фактам открыто уголовное производство по признакам состава преступления части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.